Типичный Overwatch — это когда ты прибываешь в Blizzard World, выбираешь Мэй и... Чпоньк. Пиу-пиу-пиу-пиу! Ля-ля-ля! Начинается матч, и вашу потрясающую лольную защиту пробивают искусные и очень импульсивные адепты вражеской команды. Они действуют с разных флангов, пытаясь растянуть ваши... Маленькие радости жизни! И найти слабое место, чтобы пробурить там огромную дыру размером с Гранд Каньон. Но даже при таком удачном начале теряют отмороженного и отбитого Люська. Ну а дальше... ты спасаешь Тиму от беснующегося Дзена. Но сколько бы вы там ни раздамаживали туловища оппонентов, вас все равно задавливают и быстро отхватывают точку. Ты бежишь и скачешь, пытаясь выполнить свое ДДшное предназначение. Своим массивным телом почти в одиночку окружаешь запутавшихся в ступеньках хилов, заливаешь их фреоном и разлетаешься на атомы от сука прыгучего Джанка. Это не страшно. Ты пытаешься еще раз грамотно ворваться в замес, но замерзшей жопой чувствуешь подозрительную суету со стороны лопаток. Молниеносно принимаешь решение, и вот ты уже пердолишь Сомбру своим водометом, а затем быстро меняешь агрегатное состояние, пока ребята гоняют вражескую симметру своим потным трикотажем. Ей удалось свалить, но, как ты видишь, тут еще довольно активно порхает в воздушных потоках сочная мерка. Наша Бригитта вонзает в нее весь свой арсенал, откидывая мерку и увеличивая ее продолжительность жизни. Типичная тактика в этих ваших овервотчах. Атакуй сразу всем, что у тебя есть в любом порядке. Главное, нажимай на все кнопки, как в Мартаке, пытаясь случайно отгадать спецудар. Не растерявшись от такого увесистого, но необдуманного подарка судьбы в лицевую кость, мерка быстро вылетает из-под твоего сопливого от чрезмерного употребления оральным путем всякого рода мороженых рожков носа. Но буквально через пару секунд ты прямо под ульту Сигмы все же накармливаешь ее стуженной влагой водопроводных выделений, ну и помогаешь добить Джанка. Совершенно внезапно к этому моменту обнаруживается, что твоя ульта уже зарядилась. А это значит, что пришло время поскакать по округе, забрать Люська, замуровать Мойру и прокатить на своем огромном айсберге симметру. И уже потом, когда мерка всех, сука, подняла, ты можешь немного подпортить погоду до уровня Скайрима в районе Виндхельма, за время действия которой демонстрируешь великолепную двоечку с левой, отработанную долгими и упорными тренировками. А на кураже еще и забираешь ультующую Мойру. Итак, половина матча прошла, ты держишь инициативу, так можно и расслабиться. Короткий чил не проходит бесследно, твоя концентрация и реакция повышены, ты даже готов противостоять внезапно ворвавшийся Трейсер, какую бы дичь она ни вытворяла. Тем не менее, время идет, и груз преодолевает еще, хоть и небольшое, но достаточно ощутимое расстояние. А у тебя зарядилась ульта, и помня предыдущий опыт, решаешь не медлить, а распылить свою штуку прямо сейчас над теплокровными организмами. После этого все завертелось и ускорилось в несколько раз. Не успеешь расслабить свой клапан, как уже всех твоих так называемых тиммейтов расщепили на шашлыки, а твой удачный заход оказался весьма коротким, куда короче, чем твой Хьюстон. На следующем заходе встречаешь психованную диву, которая врывается в твое построение и на последней капле хп ультует, зная, что вам некуда скрыться, кроме как за твою стену. Ага, лул. Ульта сливается, но дива еще жива, и в мерке оказался достаточно твердый стержень. Стрелять в сосульку — это непросто, но типично. Мерси с дивой урабатывают солдата, загоняют тебя в угол и получают еще поддержку в виде тукана с огромным клювом и Джанка, который внезапно полностью оказался в твоем укромном месте. Конечно, надо было не морозить, а стрелять сосулей, но, сам понимаешь, снежинка Мэй растаяла и протекла. Что ж, еще один заход и еще одна ульта. Грузу осталось совсем немного, и ты мчишься в бой. Пытаешься забрать мерку, ведь на ней держится вся тима врага. Но что это? Ультует Джанк и, видимо, не найдя цели получше, приезжает к тебе. Катается кругом, как юный деревенский романтик на своем Урале вокруг сельсовета. Ну хрен его знает, понимай как хочешь. В общем, тебе писец. Последний заход. Ультуешь ты, ультует Сигма, и это проходит. Но ульта противных Мойры с дивой отгоняют вас от груза, и на последних секундах эта телега доползает до точки. Еще одна типичная хрень в этих ваших овервотчах. У меня все, я кончил. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, зажимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и все какие-то ссылки в описании.